Ученика 6 класса Альберта Муратова и еще 150 школьников Шымкента необычный открытый урок. Ребята вышли на главной улице города вместе с полицейскими. Одни школьники стоят с плакатами с надписью «Сохрани жизнь», а здесь стражи порядка и ученики раздают водителям брошюры с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения. Я не думал, что будет такая акция. Я думал, что мы придем и просто постоим, как всегда. А тут мы вышли на улицы города, общались с полицейскими, водителями. И заодно стражи порядка, пока мы стояли, рассказали нам о знаках. И даже показали, как нужно маршировать. Было очень интересно, познавательно. Водители реагируют на акцию по-разному. Одни приветствуют, сигналят. Другие говорят юным помощникам спасибо за напоминание. По официальным данным, в Южном Казахстане только за последние 4 месяца зарегистрировано 132 ДТП с участием детей. В авариях погибли 9 и более сотни детей получили травмы. Таким образом, мы хотели достучаться до участников дорожного движения, чтобы они обратили внимание на детей. Мы выбрали самый центральный перекресток города. Здесь самое большое количество автотранспорта, поэтому, чтобы побольше водителей увидели эту акцию и обратили внимание. В завершении акции школьники запустили 150 воздушных шаров красного, желтого и зеленого цветов, как символ соблюдения правил пользования светофором. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Отрар».